Привет, 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 ребятушки. Добавляйтесь, жду, пока добавится. Ну что, приехал, осмотрелся. Ну, достаточно неплохо сделали, компактно. Честно говоря, были сомнения по поводу того, что как все это будет располагаться, там, лектории, зоны, зоны питания, там, технические зоны, технические, в смысле, презентационные зоны. Ну, довольно неплохо все сделано. Да, кто-то вот даже сильно радуется АМСу. Так, ну что, потихоньку пойдем. Хочу сперва спросить, как связь, все ли хорошо. Вот, и пойдем смотреть АМС. Вот, кто не знает, кто присоединился, это Ibiza Family, русскоязычная комьюнити на Ибице, об Ибице. Вот, и, в общем-то, мы существуем с 2011 года, рассказываем, ну, практически все, что происходит на острове, как минимум самое важное, вот, круглый год, летние, зимние ивенты, когда мы еще сами ездили на Ибицу, вот, меня всегда интересовал вопрос, а что же происходит зимой, потому что это как тайна, покрытая мраком, было непонятно, ну, реально, что очень мало кто это освещал, практически, ну, никто. Вот, в интернете можно было находить какие-то англоязычные ресурсы, и меня всегда интересовало, ну, кто же. И в итоге, когда приехал на остров, была одна мысль, что если никто, значит, да, это будем делать мы. В русскоязычном интернете, ну, это никто не освещал, а именно, что же за сезоном, что же за летом. То, что там Бора-Бора, клубы Амнезии, это все понятно, а именно, что за сезоном, что весной проходит, что осенью, именно, вот поздней осенью. Привет. Вот, и что проходит как раз таки зимой. Оказалось очень много интересного. Не менее интересно, чем летом. Так, ну что, огляделись, осмотрелись. Скажу еще раз, кто, может быть, пропустил, что это такое. Это трансляция с International Music Summit. Саммит для профессионалов электронно-музыкальной индустрии, клубной индустрии, электронной культуры. Вот, проходит он каждый год, 2007 года, вот, съезжаются сюда, в общем-то, продюсеры, промоутеры, менеджеры, артисты, технические, различные директора, представители лейбов, представители различных компаний, звук, клубы, свет, софт, и, в общем-то, встречаются, обсуждают какие-то проблемы злободневные, опять же, там, на одном из саммитов приезжал там, основатель SoundCloud, Александр Ланг, по-моему. Ну, то есть, вот такие платформы, основатели Mixcloud, и вот все эти люди приезжают, основатели Pioneer, и вот все эти люди съезжаются, и вот общаются именно на профессиональные истории, что как происходит. Сами существуют с 2007 года, и, собственно говоря, в этом году было бы 15 лет, но если бы не выпали два года ковидных, 20-й, 21-й, поэтому 13-й год он проходит, вот, ну, я уже сказал, было бы 15. Ну вот, в этом году вот так все устроено. Главный вход в Destino, отель Destino, это такая же площадка, идентичная, как Ушуая, только принадлежит он Паче, а не Матутес Групп. И вот обычно саммит проходил, раньше проходил в Гранд Отеле, потом проходил в Hard Rock Отель, в этом году впервые проходит в Destino. Вот, ну, пойдемте посмотрим, как все. Destino Отель, кто не знает, открылся, по-моему, в 2014 году. Мы делали большой обзор тогда. Обзоры даже не один, а как все проходит. В общем, такая же открытая площадка, как Ушуая, только лучше. Прям значительно лучше. Ну, пойдемте посмотрим. Главный вход, главная палатка. И сюда приезжают делегаты, получают свои бейджи и идут дальше, в общем-то, ну, кто куда. На разные, там, кто на лекции, кто общаться, кто встречи. Ну, то есть, по сути, люди встречаются, общаются, да, и что-то, ну, скажем так, для себя открывают новые какие-то такие моментики. Вот.
сейчас кое-что покажу. Почап. Так. Ну что, сейчас настрою стаб. Все, пойдемте. Так, ну, в общем-то, здесь вот все регистрируются от А до F, там, только от G до M, по имени, и, в общем-то, идут дальше. Пресс-зона, люди получают такие различные бейджи. Вот я получил, как официальная пресса, саммита уже, ну, не первый год, вот, пресса, дабы не быть голословным, пресса. Вот, и идем смотреть. Вот, главный вход, ну, не главный вход, главный вход в Destino, там, где стояли буквы AMS, вот, сейчас он закрыт, пускай всех в обход. Кто не был в Destino, друзья, я вам настоятельно рекомендую и как отель, и как концертную площадку, домики у них располагаются вот такой образом. Чем лучше, допустим, опять же, Ушуаи, да, ты хочешь, не хочешь, у тебя все дома выходят на сцену. Если хочешь поспать, ты можешь там или потусить у себя в номере, пожалуйста, иди туси, возвращайся обратно. Вот сама сцена, то есть здесь можно все это классно проводить время. Так, сейчас зум. Ага, зум подтормаживает. Пойдемте дальше. Так, ну, заходим на территорию. Друзья, если у вас какие-то есть вопросы, пишите, не молчите, не стесняйтесь. Буду по ходу дела объяснять, рассказывать. Палатки, это первая такая техническая зона, сразу налево. Здесь стенды стоят различных компаний. Ну, там пройдем дальше, расскажу. Там Пионер стоит, или Акустик стоит. Вот, ну и так далее. А, ну вот. Здесь можно посмотреть. Вот Ibiza Token, это такие недавно тоже. Ну, короче, NFT-шная крипта. Здесь на Ibiza, естественно, как, наверное, на многих локациях мира замутили свою крипту, естественно. Вот. Дальше идет Acoustics, потом Pioneer Stand стоит, Pixelinks, Bellair, LunaFest, это опять это и Tribe. Tribe это такой софт для диджеев, короче. Вот они, зоны так располагаются. Ну, потом чуть пойдем, зайдем вообще там, посмотрим. Делают сцену, тут, видимо, будет, ну, не будут, невидимо, а будут выступления, дальше какие-то лекции, вот эти буквы, которые мы только что видели, их перенесли сейчас вот сюда, вот, ну, сама сцена Destino, ну, это отдельная, конечно, история, но, опять же, если у нас, если вы были на нашем канале Ibiza Family в YouTube, то есть Destino я много раз снимал, в том числе из диджейки, тоже шел как пресса, когда Лучано играл, Соломон играл, Младен тоже, и там можно зайти, посмотреть, как это выглядит именно, ну, в концертное время. Ну вот, люди отдыхают, загорают. Отель представляет из себя собой такую зону вокруг бассейна. Чем мне, допустим, нравится больше, чем Пача, да? Во-первых, ну, зона сама приприродная, более открыта, более рельефна. Сидишь на Playa del Bosque, окруженный стенами, не можешь ни войти, ни выйти, никакого рельефа, бегаешь по этому замкнутому кругу и как бы, ну, так, ну такое, скажем так. Здесь стен, вот этот окружающий отель, они практически очень маленькие, ты можешь видеть окружающую тебя среду, очень классные виды, ну, правда, видно Фарминтеру, видно Дальтвиллу, сейчас дойдем, посмотрим. То есть, ну, правда, гораздо лучше, мне больше нравится. То есть, ну, по всем параметрам реально лучше, чем Ушуаи. Единственное, что шоу сделается менее масштабные, ну, опять же, кому что нужно. Кому нужна музыка, кому нужны артисты, кому нужны, как один товарищ у нас говорил, салютики, которые очень нравятся. Поэтому каждый выбирает то, что ему, в общем-то, нужно. Вот, люди сидят как раз-таки, отдыхают. Делегаты на заборчике, там вот за заборчиком это уже заканчивается территория отеля, и вот такой мыс, можно погулять, спрыгнуть и вернуться обратно в отель, ничего тебе будет, ну, не будет стоить. Опять же, если в Ушуаи ты так не выйдешь, то есть ты просто бегаешь по этому, как птица в клетке, и не можешь ничего выйти, единственное развлечение, ну, в туалет сходить, и все, и ты просто пришел туда, типа, поставил деньги и ушел. То есть, ну, как бы ты, скажем так, ну, практически не получаешь эстетического кайфа от пребывания там, но это мое чисто мнение. Как раз вот там Ушуаи видно. Я как всегда я шутил, они смотрят друг на друга. Дальтвилла крепость, Ibiza, там, где пройдет AMS Summit. Ой, Summit, AMS Дальтвилла, это традиционный, скажем так, open air в рамках AMS Summit. Ну, Ibiza International, Ibiza
Ibiza Music Summit, вот, и, в общем-то, тоже попробую оттуда поснимать, вот, правда, будет иногда громко, не знаю, как телефон справится со звуком, посмотрим. Обычно я делаю фотографии, вот, диджей Фонарь, конечно, он будет, он, по сути, организатор всего этого, вот. Пати Шляпа, да, надо Фонарю, надо Володе передать, вот. YouTube Short Lounge, пойдем сходим тоже в эту зону, посмотрим. Да, такой YouTube замутили лаунж. Вот, ну, типа, можно посидеть, тоже позатопляется, прикольным видом на море. Вообще, здесь жилые, скажем так, здесь жилые дома и территории, эта вилла, она сдается отдельно в аренду, вот, можно. Но сейчас она вот так открыта, можно из серии потусить, так вот посидеть и, конечно, кайфануть. Вот, ну сейчас такой типа лаунж здесь сделали. Так, пойдемте пройдем. Ну, в целом неплохо. Из всех саммитов, где я был, а это опять же, это Hard Rock Hotel и Grand Hotel, ну пока здесь, наверное, именно уютнее всего. Может, по инфраструктуре не самое, скажем так, удобное, но в целом уютно, и можно кайфовать, ходить, гулять, и вот так вот прийти, посидеть, пообщаться, попить пиво, покушать, и правда, ну это прям, наверное, потому что, опять же, есть Hard Rock Hotel, там тоже можно выйти на пляж, покушать в этом Hard Rock Beach Club, но немножко другая история, как-то здесь как-то, ну правда, более уютно. Я люблю, когда больше зелени, меньше камней, меньше урбанистики, ну и так далее. Здесь это можно, в общем-то, сделать. Так, пойдемте дальше. Даже, наверное, пойдемте обратно в зону проведения саммита. Не навернуться. Думаю, этого не произойдет. Вот. Ютубские подушки. Знаете, как это происходит в Ютубе? Шеф, слушай, там, короче, саммит должен быть. Давайте, короче, замутим форум, выделим под это бабусики и скажем, что мы, короче, там, типа, замутили лаунж, и это будет, короче, наша рекламная такая компания, и мы-то, какой прикол? Ну, мы там будем общаться, типа, с ребятами, будем говорить, какие мы крутые и так далее. Так, все знают, что мы крутые. Ну, короче, шеф, не вскрывайте мозг, давайте, короче, потратим бабусы и потусим, скажем, что это крутая рекламная компания. Ну, так оно и произошло. Поэтому... Чао. Вот, поэтому, так, знакомые люди, 67. Так, на самом деле здесь какие-то facilities, они разбросаны по территории. Пойдемте заглянем, что у них там происходит. 67, это сайт, с которым, в общем-то, саммит уже не первый год сотрудничает. Не помню, лет 5 или 6 даже, наверное. Ну, кстати, прикольно. А, здесь типа ретрит и все такое. Такая детская и взрослая зона, вот, Kids Corner, вот. Детская зона для игры. Потише буду говорить. Когда я вам говорил, что рекомендую этот заведение и как отель, то есть я говорил вот про это. Дома, очень прикольно сделано. Частный бассейн, private pool называется. Виды, выход на море, стекло. Очень классно, ну реально один из лучших отелей острова, то ли до сих пор, который не опошлился и остался таким же прикольным. Вот, ну сегодня здесь такой, одна из facility саммита. Ну так как, ну никто не заехал, поэтому еще и решили выделить под рабочую зону. Проходит, как раз таки, такая зона Shisei Tsou. Yes, you can craft what you do, but you also need to communicate and you also need to share it with other people. Otherwise,
sometimes that narrative that you want people to see about you may not ever be seen. So some things that you can say and some phrases to think about when you are trying to communicate how good you are, right? Literally saying things like, areas I can add value in are X, Y, and Z. Saying something that I've previously done before that has worked really well. You can reference a time that you've done something before and it's worked really well. That is social proof that this has happened, this has worked, and this makes sense. Детская зона. Очень прикольная. Короче, личностные тренинги рулят. Saying things like, this is something I specialize in, so I'm confident I would deliver on this. Literally just using those simple words, swapping out those words of, maybe I could do that, I think so, maybe if I've got time and the support, and just really saying to people, this is something I know I can deliver on, and you don't need to worry about any of all the other. And I always share this slide with a lot of my presentations. Так, ну пойдемте дальше. Там еще северный тоже есть, там парочку зон, наверное, не пойдем туда. Да, по территории отеля можно передвигаться на специальных электрокарах, вот, либо пешком, ну как удобнее. То есть в данном плане Дестина очень прям выигрывает у Швай в плане комфорта, пребывания. Вот, чувствуется такой почевский качественный стиль. Скажу еще раз, Дестина входит в Пача Групп. Вот, которые были проданы в 2017 году. Вот. Пача в целом, пока не были проданы, делали все очень качественно. В частности, да, вот у них есть, ну, а то есть Лио, это тоже им принадлежит как кабаре. В 2013 году они были открыты, если не в 2011. Вот. Дестина чуть попозже открылись. Ну и Пача сама. Еще у них была лодка, называлась Пача 1967. Пача Бот. Но закрылись 67-й год, потому что это год основания Пачи. То есть первая Пача открылась не на Ибице, если вы знаете, если не знаете, то в городке Сиджес. Примерно на 6 лет ранее, когда открылась Пача уже на Ибице, которая в дальнейшем стала штаб-квартирой. Так, ну, идем дальше. Вот. Ну, здесь всякие food corners и так далее, drink, короче, выпивка, еда, ну и так далее. Вот. Музыка обеспечивает Open Lab в этом году. Я, честно говоря, ожидал увидеть в том числе, кроме них, потому что, ну, они всегда участвуют в этой истории, ожидал увидеть Ibiza Sonic'у, но пока не увидел. Обычно Ibiza Sonic всегда делает стрим из саммита, но не видел. Может быть, они будут делать стрим Sonic с IMS, с Дальвилла. Надо еще раз внимательно посмотреть, потому что они делали анонс, и они всегда делают, у них своя стойка, свой стенд на IMS саммите, куда подходят различные заезжие звезды диджеинга, электронной культуры, и просто подходят и играют. Можно круто познакомиться, пообщаться, там, все угодно. Вот это такое, в непринужденной атмосфере. Но пока, в чем, собственно говоря, в том числе прелесть стойки от Соники. Но пока я их не увидел. А раньше на Open Lab играл в том числе сам Роберт Майлз. Но, к сожалению, Роберт ушел от нас. И вот его... Ну, его дело продолжается. Пойдемте дальше. Ребят, и попрошу, если... когда музыка громко играет, хочу спросить, хорошо ли меня слышно. Потому что подношу ближе к рту телефон и, может быть, заглушаю. И, ну, не знаю, то есть могу это проверить только уже в записи. Вот, может быть, сильно громко говорю. В общем, как-то так, что нужно сделать это красиво. Так, ну вот основная часть Дестино. Вот, обычно, понятно, здесь валяются, лежат люди отдыхающие, которые, в общем-то, посетители. Вот, вот там проходит вся тусовка обычно, кто выступает, там сейчас Соломон, понятно, Пача. Вот, ну и все остальные, там и Локо, все диджеи, которых мы знаем, это целый список. Что мне изначально понравилось, такое было очень крутое ревну решение, опять же, вот, мозг, в том числе Рикардо Ургела, придумал такую вот классные штуки, как вот эти вот световые башни, только в Дестино они, в общем-то, есть. Так, попала резкость. Есть не только в Дестино, вот, и, да,
и очень дают классный эффект во время вечеринки, когда, ну, уже, когда, скажем так, опускается темнота, да, понятно, что сцена все освещает, плюс вот эти вот башни, на которых также висит и звук дополнительный, что, в принципе, вся территория остается подзвученной и освещенной, то есть это прям классно. Вот, идем дальше. Ребята, еще вопрос, не скупитесь на комментарии, чтобы понять, как работает картинка. Yo, what's up? What were you trying to say? Uh-huh. What were you trying to say before? I don't know. I asked you about if you are living here. You said you were leaving. Yeah. But you left for the COVID years? No. You said I live in here and I never left. Ah. I didn't okay. leave for more than 2 years. I'm here. Yeah. I saw your video. Maybe one of the videos from Italy. Do you remember that there was a boat when the horse was there. Oh my God. Crazy, right? It's the times, well, I hope. Look at my skin, you know. Maybe we'll come back. Let's see. Maybe. Так, товарища встретил. Майк, это такой, ну, один известный англичанин здесь, я забыл, как называется его, честно говоря, проект, ну, типа, тема Майк Сибиса, что-то из серии, вот, и Армин, нет, про Армина пока ничего не слышно, то есть вообще ничего. Чаще всего спрашивают про Армина, но про Армина ничего пока не слышно. Я думаю, что если бы что-то было, уже давно было бы известно. Голландцы думают, может быть, как-то стоит этот проект, как-то, мне кажется, уже, ну, честно говоря, нужно как-то уже переосмыслить, что-то новое нужно делать, потому что, понятно, в Голландии он выступает, а вот на международном уровне, мне кажется, нужно что-то новое, ну, добавлять и как-то вот оно реформировать. Вот, главный, основной бассейн. Да, чем мне нравится бассейн Дестина, это, наверное, один из самых лучших, то, что здесь вот примерно, ну, сколько? Ну, метров 7 точно. Очень-очень такой пологий спуск. Наверное, один из самых пологих, которых я знаю на острове. И он очень удобный, допустим, когда ты здесь с детьми или просто хочешь поваляться около бассейна. У тебя вся эта большая-большая зона квадратов, то получается сколько? Ну, 50-60, наверное, да? С детьми. Ты знаешь, что они никуда не пропадут, имею в виду, на глубину не уйдут. И можно просто валяться и кайфовать, и не париться по этому поводу. Поэтому Дестина... Я не работаю в Дестина и никакого отношения к вообще не имею. Просто мне, правда, нравится это место. Единственный момент, когда оно мне не нравится, это когда куча людей и ребята АМС, промоутеры, вот, это когда куча людей и на вечеринках все ходят, толкаются и ходят, стаканчики бросают, все пачкают, ну и так, ну, так далее. Ну, хотя, то есть, ну, вообще, да, кому это вообще нравится. Вот, ну, понятно, обеденная зона, вот у кого-то прикольная футболочка или лонгслив Кейт Харинг. Тоже люблю этот стиль. Те, кто знает и любит Кейт Харинг, всем привет от поклонников творчества его. Так, ну пойдемте зайдем, да, обошел техническую зону стороной, пойдемте быстренько зайдем в зону. Вот это, кстати, парень, этот возглавляет в ТикТоке. Короче, музыкальный отдел, ну, английское направление. Целый лекцию читал. Сейчас женщина была в кадре, тоже, может быть, кто знает, это Мисс Луна, это Ibiza Leaf Radio, вот, ну вот, они тоже здесь. Но, по сути, здесь все, кто имеет профессиональное отношение, какое-либо профессиональное отношение к музыкальной индустрии, профессиональной, мировой, и, в общем-то, все здесь. Кто-то, может быть, не первый день приезжает, во второй, но пока. Вот, лекции пока нет, ну, вернее, только что была, потому что, ну, какой-то перерыв устраивают, потом следующая лекция, следующее выступление какого-то. А, сейчас это видеопрезентация идет. Ну, давайте посмотрим немножко. Да, это видео. As you saw from the video, these are the people that really realize the story
the shapes in your reality. Да, да. It means taking back от, our world. От ООН какая-то презентация была. Not just a few. Вот. We need to flip the script to achieve. Вот, что показать? Ну пойдемте, да, еще много что посмотреть. Ну, это такое типа выставка проигрывателей, которая, знаете, такой как музей пионеровских проигрывателей. 2001 год, МК-1, помните? Потом второй, 850-ка, 2010 год, 2006 МК-3 рабочая лошадка, и 16-й уже серия 2000-ников, и пошло. Вот, пойдемте сходим в техническую зону, именно посмотрим, что нового показывает пионер. Так, ну здесь водичка всякая, вот, конечно, фри. Вот, вот Елена тоже в кадре сидела, это пресс-директор по IMS-саммита, именно, ну, связь, вот. Это вот пошел, это Марк Нетто, это один из организаторов IMS-саммита. Ну вот так выглядит техническая зона. Пойдемте, наверное, начнем с дальнего конца, с обратного, и потихоньку будем двигаться, ну, рассматривать, что вообще тут. Ну, в целом, да, здесь презентуется именно, скажем так, какие-то. Ну, то есть, кто хочет, тот участвует, да. То есть, понятно, что нет такого огромного разнообразия участников, но, по крайней мере, презентации, то есть, ну, кто-то. Допустим, захотел себя презентовать парапродукцию, на самом деле, правда, хорошее место, чтобы это сделать, потому что много именно профессионалов, которые, в общем-то, оценят, как все это, ну, какой-то продукт или направление, да, какую-то новую информацию, ну и так далее. Ну, как вот, допустим, Ibiza Token, да, они основали где-то года два назад, что ли, и я сразу вступил в чат Ibiza Telegram, потом вышел, там слишком много болтовни, но тоже они привлекают, кому интересно, найдите в Telegram Ibiza Token, прикупите крипты из серии, они будут этому очень рады. Вот, Belair, я так понимаю. Что это связано с солнечными панелями, да, Power Anywhere, если вы понимаете, связано с солнечными панелями, именно, ну, скажем так, независимость от розетки, вот, поэтому, ну, прикольно, вот. Лунафест, это типа что-то виртуальный фестиваль, я до этого уже подходил, узнавал, можно почитать, просто, ну, загуглить Web3 Music Festival. Вот, и так что сейчас я вам кое-что покажу. Вот. Вот из-за Лунафест. Все написано. QR-код. Я не знаю, получится ли QR-код отсканировать по видео. Но попробуйте. И, в общем-то, можно зайти, потом узнать, в чем суть. Вот. Ну, уже детально. Далее идет пионеровский стенд. Ну, достаточно традиционный для IMS. Смотрим, что у них тут есть. Так, ну, саратовский плеер, понятно. DDG REV7, окей. Наушнички пионеровские, стандартные. Ну, в принципе, кто юзает Serato, тому, наверное, ну, по кайфу. Два канала, кнопочки, понятно, контроллерские. Ну, и сразу можно, вот я вращаю. Вот. Можно, короче, все это заюзать, потрогать, без проблем, подойти, посмотреть. Вот, что, вот так он выглядит. Ну, вот. Дальше пионеровские, понятно, виртушечки стоят. С этим, господи, с таймингом, с тайм-кодами. Вот. Тоже можно, все это работает, можно покрутить, повертеть, и понятно, что все это культец пионеровский, тоже шатовский, DJM S7. Вот, ну, я уже этого подходил, прокрутил, все играет, все работает. Вот, останавливаем, и так можно все потестировать, потрогать, если, допустим, где-то этого оборудования нет, или где-то оно только еще, ну, пока, ну, не появилось. Я скажу честно, я не фанат пионеровского оборудования, Technics мое, и, ну, и Denon. Перешел я на Denon, потому что, ну, нужно сказать, что пионеровское оборудование, оно, ну,
хорошая. Вот, единственное, что, конечно, сильно раскрученная, сильно размаркетированная и многими диджеями принимается как, ну, как райдеровое оборудование. Ну, в принципе, оно так себя, я думаю, что они так себя и позиционируют, что многие диджеи требуют по райдеру именно пионеровское. Такой некий стандарт, классика. Вот, следующее у нас что? Следующее диджей, All-in-One, RX3, недавно он вышел, по-моему, в октябре или ноябре прошлого года. Вот, ну, в принципе, у меня когда-то, ну, он до сих пор у меня есть RX1 еще, потом RX2 версия вышла, сейчас вот RX3. Ну вот, ну на самом деле, на конечном итоге, по большому счету, поддержка Serato тоже, они, в общем-то, все, однотипные. Если кто видел последний Denon, как он вышел, да, то все они очень похожи. Сюда тоже вынесено, это микрофонная часть. Здесь, понятно, две флешечки, ну, все остальное, в принципе, по стандарту пионера, топадики, вот, Sleep Loop, Bibit Loop, Hot Cue, Beat Jump, который тоже есть на Denon'е, в целом, кстати, экран, по-моему, не touch, или он заблокирован, ну, короче, ну, вообще странно, что он, ну, не тачпад. Да, еще он, кстати, он не поднимается. То есть он зафиксирован под таким углом. Допустим, если вот так стоять у кого-то такой высокий стол, то смотреть, честно говоря, не очень удобно. Потому что, допустим, у того же Denon'а он вот так вот поднимается, здесь не поднимается. Ну и да, я просто не могу понять, он просто заблокирован или он действительно, ну, не тачскрин. Вот. Ну, мне кажется, уже давно нужно делать тачскрины, само собой. Вот. Вот, ну здесь тоже все по классике. CDG 3000, вот, которые в целом, ну понятно, что начинка, но в целом там мало что меняется. Вот, но тем не менее, все такие: о, DJ 3000, это уже круто. Вот. Пионеровский пульт 10, который вышел, наделал много шуму. Вот, я тоже тут трогал до этого. Ну, хорошие фейдеры, но, честно говоря, аленхитовские фейдеры самые лучшие. Ничто не сравнится с их фейдерами по мягкости. Ну, такая большая бандура. Ну, наверное, кому-то есть смысл подключать 6 каналов, потому что, мне кажется, это даже too much. Потому что диджей, в принципе, справляется с 4, ну, 5 каналов, плюс вот эффектор стандартный пионеровский тысячник, да. В принципе, до этого должно хватать. Ну, здесь такой инстал. Понятно, что два слева трехтысячника, два справа. Вот, и на десятку все это заведено. Ну и, в принципе, думаю, такой сетап, он, в принципе, более чем достаточен. Вот. Если даже вставить с одной деки, не знаю, там бит, с другой деки акапеллу, еще с одной играть и четвертой подмешивать, ну, такая достаточно, потому что там много и емко. Да, еще там вот один, да, еще один стоит маленький такой проигрывающий, маленький контроллер для Serato Rev 1. Ну, тоже вот. Все работает, все можно потрогать, поэтому наушнички стандартные, по-моему, это 500, по-моему, я уже не помню. Вот. Короче говоря, вот пионеровский стенд выглядит вот так. В целом, ну, людей не очень много, то есть можно подойти, вообще все это потрогать, поиграть, пощупать, ну и так далее, так далее. Если особенно не диджей, можно, короче, круто притвориться диджеем и, короче, круто замутить. Вот, следующий стенд это Tribe. Я так понял, что это софт именно виртуальный для диджея. Ну вот так он выглядит. А то есть, короче говоря, я так понимаю, что можно интегрировать себя в качестве диджея в некую виртуальную реальность. Вот, и после этого, ну, там, с друзьями, потому что я это видел, они включали демонстражки, и можно было, скажем так, ну, там, до нескольких человек можно играть виртуально, где-то в виртуальном пространстве, ну, и типа диджеить, и все это круто делать. Вот, следующий стенд, это у нас L-Acoustics. Такие вот... Sorry? Do you want to get in on? Yeah, but just a little bit later. Короче говоря, no. Sorry. I was just shooting the screen.
Вот. Различные стоят пресеты, вот, где можно слушать, ну, разные, скажем так, ну, разные пресеты для разных помещений. Вот. Ну, или Acoustics бренд серьезный, я думаю, все его что-то знаете, все профессионалы. Тут разделены, тут лежат всякие стикеры, всякая тут сувенирочка, блокнотики, ручечки, открывашечки, не знаю, что это такое, фонарики, ну вот, ну в том числе флешки, типа выполнены вот таких вот в виде колонок, вот, ну прикольно, прикольно, кстати. А сколько флешек, кстати, одна, две, непонятно, наверное, одна флешка, ну вот, да, а, сделано как Кара 2, ну короче, да, сделано не, в виде вот таких вот пластеров. Кластера или Acoustic. Ну, прикольно, кстати, прикольно. Прикольно. Вот, можно подходить, интересоваться, слушать, смотреть. Вот стоит парень, и вот он всю эту презентацию, надеваешь наушники, и вот, в общем-то, презентация проходит, слушаешь, слушаешь, вот, вот, ну, вот разные пресеты, ты находишься в середине, и он включает, и вот сейчас все показывает. Ну, Ibiza Token не особо буду показывать, потому что здесь в основном вся демонстрация идет на экранах. NFT-шки, в общем, покупайте нашу крипту, и будет все у вас типа круто. Вот. Поехали дальше. Так, ребята, вот дальше там внизу находится помещение. Это клуб Tox. Если вдруг кто не знает, в общем, у Destino есть свой клуб. Да, кстати, вот здесь организовали новую новую лекционную зону. Вот. И здесь вот выступают вообще разные артисты. Пойдемте посмотрим, может быть, выступает. Да, переключился. В общем-то, у Destino находится свой клуб. Имеется Underground, называется он Tox. Там периодически проходили разные вечеринки, в том числе наша диджей, забыл как ее, господи, устраивал там свои вечеринки, которые устраивал в 2016 году. Вечеринки в Space по понедельникам, назывались они Onyx, вот, и в том числе она делала потом, а нет, вру, она делала до Space, до Onyx, она делала вечеринки здесь, и теперь, в общем-то, ну и другие диджеи, то есть в этом клуб, на самом деле, если у вас есть денежки, приехать прилично, то можно это снять клуб и делать там свои вечеринки, приехать и, типа, быть крутым и всем говорить, что у меня свои вечеринки на Ibiza в клубе. Но при этом можно и говорить, что он маленький и находится в владении Destino. Вот, называется он Tox. Там проходят такие разные авторы и так далее. Там тоже интересная зона, но я боюсь, что если я туда спущусь, то пропадет, в общем-то, пропадет сигнал, и все поотваливается. Скорее всего, так оно и будет. Ну, давайте попробуем. Вот, здесь такая учебная зона, называется IMS College, и там, в общем-то, читаются классы от Bitport, Microsoft и Point Blank Music School. Такая музыкальная, в общем-то, школа. Ну, мне кажется, да, что оно пропадет 100%, потому что, ну, помещение такое. Буду говорить потише, что идут лекции. Ivy, could you just give a brief introduction on you, what you do, done it? Хотя нет, вроде. Yeah, so my name is Amy Allen, it's my artist name. I'm a DJ and producer, and this whole kind of project came up through lockdown, which is really weird. So I had to use sort of socials, as we all know, we couldn't get out in the clubs and stuff like that. And then now I'm playing at shows like Elro, Printworks, and Tomorrowland, etc. So that's a little brief story of me. Как уже сказал, это ночной клуб, вот, такой небольшой, андеграундный, в прямом смысле слова. Ну и сейчас это задействовано как одна из лекционных зон. Управление светом и звуком. Вот. Также, ну, именно в рамках того, что это диджейская музыкальная школа, стоят вот клавиши от Alesis. Потом, по-моему, это тоже Сератовский, да. Не Сератовский, а, в общем, DJ-400 контроллеры, и можно, типа, прийти, поучиться, посмотреть битпорт, так далее. Кстати, только недавно
I'll do a very brief introduction to publishing in a second, but the first thing I want to understand is who's in the room. So if you're a songwriter or producer, could you put your hand up, please? Good. If you're a DJ, if you're a label boss or working a label, okay. Только недавно. Говорили про Арчи, но мы говорили про Арчи Хэмилтона. Вот, в общем-то, Арчи здесь. Окей. Ну вот так все это проходит. Секции, кому индейка интересна, ну типа где-то, ну написание музыки. Цели продакшена. Вот. Пойдемте дальше смотреть. Надеюсь, сигнал не пропал. Так. Тоже здесь можно всякие штучки посмотреть. Ну, то есть везде разложены программы различные, ну, чтобы не потеряться, напоминалки, как все проходит, ну и так далее. Короче, в обычное время, если что, знайте, у Дестина есть свой ночной клуб, в котором проходят всякие тусовочки типа авторов, что меня часто спрашивают, а вот авторы. Ребят, культура авторов умерла на Ибице в 2008 году. Нормальных, хороших, официальных, крутых, прям разных. Авторы запрещены на Ибице с 2008 года. Все, что проходит, это либо нелегально, либо секретно, либо очень приватно и так далее. Нормальных авторов нет уже 14 лет. Вот, так что такой ответ на вопрос. Так, давайте идем дальше. Пойдемте зайдем в лекционную зону, посмотрим со стороны, как оно выглядит. Other than that, I try to grow, of course, a little bit of a purified family, and then the artists can play the events, and you know, it all makes sense brand-wise that you have the same people that you invest in on the label side. They come play your events. You can make them grow. You can all grow together. You feature them on the radio show. You broadcast the music there. But yeah, signing-wise, I want to invest in people that. You know, are passionate, that are talented, that are down to earth, that you know want to do it for a long time, and are some kind of on the same wavelength. So yeah, it's a very, I'm very personally involved in all of that. So, could you tell us about a few sort of key figures right now in the Purified Family? Даже не цель. I'm quite a fan of Paradox. He's a Swiss Belgian. Yes, it's a very powerful melodic sound. Has released with us now almost 3 years. В общем, вот так все это выглядит. Ну, честно говоря, большинство разговоров, оно всегда такое, знаете, как бы, ну, на злободневку там. Пэшн, вдохновение, там, как вот писать музыку, что нужно делать, ну, и так далее. Я вижу там ребята из Ибица Глобал Радио берут интервью, может подойдем поближе, посмотрим. Да, это вот что касаемо как раз таки IMS Дельтвилла, который 29 числа пройдет. Тоже там хочу сделать туда трансляцию. Вот, традиционный, скажем так, ивент, open air, масштабный, который как раз таки венчает собой именно сами. То есть 3 дня бесед, разговоров, встреч, интервью, каких-то, может какие-то сделки заключать, я не знаю, какие-то контракты, там, 5-10, ну вот, и все это заканчивается таким вот ивентом, который, собственно говоря, венчает собой Марси, ну вот, который венчает как раз-таки собой именно вот эту всю трехдневную суету, да даже, наверное, ну да, трехдневную, потому что он проходит на третий день, ну вот, ребята делают пиццу, прикольный бренд Pizza Boys, вот, хот-доги, вот опять Кейт Харинг, еще один товарищ, джакузи-бар, ребята-промоутеры IMS. Вот. Да, здесь также присутствуют ребята из The Hub,
The Hub, это у меня один товарищ недавно спрашивал, Дэн, а есть ли такой, компания на острове, которая такой прям хаб популярный, чтобы приезжать, работать на острове. Ну, короче, коверкинг есть, называется Ibiza Hub. Вот. И можно приезжать и кайфово работать, общаться, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, если вдруг вам нужно приезжать на Ibiza и работать, их несколько, там есть Ibiza Coworking, Ibiza как-то, и что-то Hub Coworking, вот. Но есть вот Ibiza Hub, который, как только я говорю, я не имею никакого отношения, просто я всегда даю информацию, там уже вы выбираете вы сами. Ребята промоутеры, вот. Ну, в общем-то, вот. Кто-то сидит, отдыхает, переписывается. Да, если вам интересно, скажем так, более внедренно поучаствовать во всей этой АМС-суете, скачайте в Google Play приложение АМС Ibiza. Оно, то есть, так и пишется. IMS, S английское, естественно. АМС, пробел Ibiza. Приложение АМС, там расписание, картинки всякие, ну и так далее, и так далее. Так что... Что называется, чтобы быть involved, когда изнутри, как же эта история. А вот. Радио Open Lab продолжает вещание. Даже вот у них есть там микрофон. Видимо, время от времени они все-таки делают какие-то вставки еще в эфир голосовые. Ну, пока вот дринк-зона что-то пустует. Вот. В основном идет именно зона кушаний. Хотя вот довольно девушка идет с бокалом вина и с бутылочкой пива. Что называется, жизнь налаживается. Так, нужно пойти попить водички, это что-то пересыхает. Вот, ну да, ребят, самое главное, вы, конечно, видите, что до сих пор задают вопросы, а как попасть там вот эти прививки, вакцины, прости господи, и все остальное. Ну, как вы можете видеть, в Испании уже давно отменили, ну как давно, может быть, это, ну, недельку, отменили маски, все уже давно все это сбросили, то есть все как обычно, все как раньше наступило и проходит, поэтому... Дабы не быть голословным, показываю и, в общем-то, рассказываю, как на самом деле оно, в общем-то, есть. Поэтому, вот, что за это, смотрите. Вот, возможно, не знаю, будет какое-то выступление. Честно говоря, очень жаль, что нет Соники. Вот, потому что их выступление было бы как раз хорошо посмотреть, потому что туда обычно на стойку, на стенд подходят разные диджеи, музыканты, можно познакомиться. Ну, допустим, так я познакомился, когда 4 года назад, по-моему, с Яном Блумквистом, вот, и с тех пор мы там где-то так видим. Мы, конечно, не друзья, но где-то иногда видимся, так иногда общаемся, и типа, привет, Ян, привет, играешь на острове, да, в общем, такое. Берут интервью у какого-то артиста, ну, я не знаю, честно говоря, кто, со спины не вижу, ну, да бог с ним. Вот. Обычно, я помню, знаете, когда года два назад приезжал Эрик Морилла, и вот его присутствие на саммите было сразу заметно, когда он бегал, такая суета, со всеми здоровался, со всеми общался. И, кстати, очень откровенно рассказывал про свою наркозависимость, от которой он, как он оказался в нее вовлечен, и самое главное, как он из нее выбрался. Ну, к сожалению, Эрика нету, но все его, конечно, помнят очень хорошо. Вот еще один в черном свитере, это Бен Тёртер, тоже один из основателей саммита. Вообще, основатели саммита – это Дэнни Уидл, тоже тут где-то бегает, Бен Тёрнер, он сбоку, Марк Нетта и Пит Тонг. Пит Тонга не видел, может, еще не прилетел, или где-то занят, не видел. Обычно, я думаю, что на такой маленькой территории я бы его наверняка уже встретил, но пока не видел. Вот. Ребята промоутеры опять идут, возвращаются. Очень прикольную фотосессию устроили они там, когда я только начинал все включать, они там фотографировались. Потом, может быть, скину фоточки. Вот.
Слушайте, ну по поводу лекций. Иногда они, конечно, бывают прикольные, классные, полезные даже. Вот, иногда такие, ну, прям такие прям нудные, не очень интересные. Ну, в целом, почему нет, послушать можно там. Иногда артисты говорят прикольные, правильные вещи. Вот, но в целом такая, знаете, ну не 50%, ну процентов 40, конечно, воды. Вот, ну, как вот пообщаться, что называется, из первых рук всегда. Это, ну, ценно получить такой опыт, потому что в ином случае с артистами есть, ну, в общем-то, мало где пообщаешься. Это вот список партнеров саммита Pioneer YouTube 600 Soul, Beatport, Skittles, Microsoft, Ultra Records, Label Electric, Elacoustic, Vibrate, Deezer, Winamp, вот, The Hub, Destino, Pacha, Ibiza Iris, ну и так далее, и так далее. Вот, Future Art, ну, это такие уже, скажем так, ну, вторичные уже партнеры тоже, в общем, в том числе, а нет, я думал, местная компания, нет, я перепутал, похоже, логотип. Вот, такие вот указатели, IMS College, IMS Tech, вот, поэтому, ну вот, людей то прибывает, то убывает, вообще, да, все общаются по зонам, перемещаются. Кому-то интересно одно, кому-то другое. Вот. Ну, всегда можно подойти, конечно, здесь есть ребята, представители от каждой компании, всегда можно подойти, прям пообщаться, узнать все нюансы. Они вообще с удовольствием это делают, потому что, ну, все равно делать нечего, скажем так. Вот. Ну, а если без шуток, они для этого здесь и присутствуют. Вот. Serato DJ Pro Softina стоит. Вот. Ну, по сути, все good, новые маки. Вертушечки старые, добрые, Serato, 53PM, а, я думал, все, понятно. Вот, ну вот, в общем-то, вот так, пойдемте, наверное, зайдем еще раз в зал с лекциями. Компьютеры Alienware, вот. Да, я, кстати, только что был в кадре. Привет. Вот. В общем, здесь такая история. Вот там вот одеваются вот такие виртуальные шлемы. То есть делается фотография, одевается виртуальный шлем, и уже потом тебя помещают в виртуальную реальность, где ты такой типа круто диджеешь. Ну, собственно говоря, почему бы и нет. Вот. Много. Ну как? Не то чтобы прям супер много, знакомые лица, местные ребята, понятно, промоутеры. Окей. Там вот дальше есть комната для прессы. Кстати, зацепить баночку воды, это уже заканчивается, надо, хочется попить потом. Вот, комната специальная для прессы, чтобы писать однажды там отчеты, можно даже или выложить фотографии, ну, все это такое, чтобы, короче, сразу можно его пустить в эфир. Единственное, что я до сих пор как не могу найти, ну, через AMS, через приложение, именно программу. Обычно лежат буклеты, где можно взять, сразу послушать, сразу можно посмотреть именно, почитать про программу. Или, допустим, какие-то стенды большие с программой, всегда можно подойти, но в этом году их нет, ну, не знаю почему. Немножко сэкономили. Хотя каждый год билеты... Да, кстати, по стоимости. Каждый год поднимают стоимость бейджей. Вот, в этом году стоимость бейджей уже стоит 500 с лишним евро. Я считаю, это, ну, дороговато уже, перебор. А бейдж, допустим, All Included стоит 800 с лишним евро. Причем они sold out. Вот, но зато у них появились билеты типа там для студентов, для местных. То есть это то, что идет... скажем так, идет с большой скидкой, вот. Потому что каждый год цены поднимаются. Вот так и проходит. They turn around the video within 24 hours. That is brilliant. It's so genius, so funny and so creative. But obviously it's not all about making music. There's tons and tons of Halo content all around it about music. Like you get these incredible examples of really detailed, like rigorous documentaries that are made by channels just on their own. Like as an example, if it works.
reducing it down to its genre tropes doesn't do justice to what it actually represented in mid-2000s Britain. It carried a specific contextual meaning that was hard-baked into its style and... So that was a documentary that was uploaded, it's an hour long, just by this small creator. But it was so good and it was so impactful that actually got press coverage. And that's like an example you get regularly. Then you get all these other enormous reaction videos, you get all the interviews, all the critics, etc. So I recently was reading in the New York Times this article and it was saying that the only music critic who counts now is the Needle Drop, which is in great channel if you haven't seen it. And it is the only music critic that Gen Z pays any attention to. Вот, встретил знакомую. Ну вот. Ой, что-то воды стало еще меньше. Надо подержать пару баночек. Взять, то потом останусь без водички. Так, ну, в целом, уже достаточно много наснимал. Давайте, может быть, еще раз сходим в зону как раз-таки ретритов, посмотрим. Еще там дальше, севернее. Вот, это, кстати, очень, вот только что прошел, бородатый, очень серьезный дядька. Это никто иной, как продюсер команды английской, легендарной New Order. Это вот он. Я, честно говоря, каждый год он приезжает, и каждый год я вижу, как он становится старше. Я, к сожалению, реально, я с ним знаком, но я забыл, как его зовут, что-то у меня вылетело из головы. На самом деле, то ли такая моя расхлябанность иногда, то ли что, я что-то... Нет, это не старость, я сразу скажу. Вот, просто я иногда как-то так не особо задумываюсь, типа увижу, вспомню. И иногда не вспоминаю. Вот. Вот. На самом деле, очень приятно видеть людей, которые всех, ну, скажем так, вновь оказались в движухе, в тусовке, продюсеры, промоутеры, музыканты, все, кто был, скажем так, involved, вовлечен в сферу индустрии, именно там операторы, фотографы и так далее. Вот. Поэтому тоже такая зона релакса здесь. Вот. И майк опять. Вот. Ну, в общем, люди вот сидят, расслабляются, кушают и, в общем-то, кайфуют и так далее. Кто-то вот пьет винишко, шампанское, деловые разговоры. В общем-то, почему бы и нет? Показался Ник Уоррен. Нет, помню. Ну ладно. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше пройдем. В самом начале саммита подошел поздороваться с этим, господи, с Дэнни Уитл. Вот, это один из, в общем-то, таких, один из основных организаторов саммита. И потом стал снимать, и когда он пропал, и больше я его не видел. Или даже не вижу, не знаю, где он. По поводу погоды. Погода нормальная, солнышко. Вот, такая небольшая именно такой туманчик, такая как пелена, но это прям даже лучше, потому что солнце не парит так сильно и не жарит, и вообще-то комфортно и кайфово, то есть прям ходить, гулять, и так далее. Вот, поэтому в данном плане прям good. Пойдемте дальше. Новые запасики воды подвезли. Пойдем еще раз зайдем в зону лаунжа YouTube, посмотрим, какие там. Вот, друзья, если у вас есть вопросики, вы, конечно же, задавайте. Вот, я уже тут много напоказывал. Вот, не стесняйтесь. Вот, и так что. Вот. YouTube chill. Вот.
Так, ну, в толпу уже, наверное, не буду идти, хотя, ну, в принципе, тут особо показывать нечего. Может быть, будет какой-то, не знаю, какой-то поп-ап ивент будет от Ютуба, типа ливстрим с диджеями, что-то такое, но посмотрим. Было бы интересно. Было бы даже неплохо. Вот. Ну, сюда я уже заходил в начале трансляции. Ну, в общем, такая вот история. Кайфы, общение и так далее. Пойдемте дальше. Вот. А мне, знаете, как показалось странным, не то что странным, а именно на начальном этапе, когда я видел, что именно sold out у самых дорогих бейджей, там они по 825 что ли, ну такой серии. Я вот потом думал, ну почему нет, что включает в себя бейдж, который all included, да, он включает в себя вход на все ивенты, там большое количество ивентов IMS, которые, ну, также имеют, ну, отношение к, в рамках IMS, да, то есть включая вообще сторонние ивенты, допустим, такой, как открытие Октана клуба будет завтра, открытие Ушуаи, открытие там еще там ряда заведений, вот, то есть вход на IMS Legends Dinner. Это такой тоже ивент, который проходит в рамках IMS, International Music Summit, куда приглашают, скажем, какого-то такого выдающегося человека с такими заслугами именно в танцевальной электронной индустрии и культуре, типа Пеппи Розея, создателя Space, допустим, ну, какого-нибудь, там, я не знаю, в Свен Ва какой-то, да, сказал, да, Свен Ва, да, вот, в этом году это Саймон Данмор. Это основатель лейбла Defected. Вот, в этом году я буду чествовать, с ним ужинать, говорить, какой он крутой, как много классно он сделал, ну и так далее, и так далее. Ну вот, здесь была лекция, мы до этого заходили. Сейчас так все позаканчивалось. Ну, какой-то такой перерывчик, и люди просто сидят, кайфуют, также отдыхают и... Ну и общаются. В общем, находят точки соприкосновения и, собственно говоря, едут дальше по жизни или вместе, или порознь, как говорит мой товарищ, будем процветать по отдельности, но кто-то процветает, ну, не по отдельности. А, там, видимо, в номера можно, ну да, заходить, там перекурить, посидеть, сходить в туалет, помыть руки, вот, ну и все остальное, в общем-то. Бар, зона, все. Ну все, на самом деле все очень-очень так миленько, правда. Мне вот эта зона прям нравится, такая она хорошо сделана. И вот это, видимо, опять же, Kids Corner, такое демонстрационная история. Но, тем не менее, как это можно, допустим, сделать. Вот, у меня у самого дочка маленькая. Думаю, конечно, детям такие штуки не нравятся. Особенно, когда о них проявляют заботу, это все очень такое прям ми-ми-ми. Вот. Ну и зона сама прям, правда, хорошая. Шатер хороший поставили, все очень так классно. Вот. Ну, опять же, к слову об отеле, да. То есть это такой один из крайних домов, где, в общем-то, такая вот уже стенка стеклянная, да, и очень круто здесь так потусить, посидеть. Такое прям private пространство с видом на Дальтвиллу, с видом на город, на круизные паромы. И здесь вот все за заборчиком, можно тусить, вообще делать все, что, по сути, все, что угодно. Так что это прям один, я думаю, что... Как раз таки один из самых лучших домов Destiny, это вот у нас здесь. Так, ну что, пойдемте, наверное, обратно. Вот, сделаю паузу в трансляции, получается, до завтра. Потому что сегодня, сейчас еще посмотрю программу саммита, потому что до того, как начать там трансляцию, я, честно говоря, не нашел ее. Вот, потом что-то сообразил, что приложение же есть. Вот, ну, обычно как, я уже рассказывал, да? То есть на входе всегда стоит некая программа саммита на 3 дня на огромных билбордах, распечатанная, да, в хорошем разрешении. Они как часто в Испании печатают в кубиках. Вот, и всегда можно ознакомиться, буклеты всегда лежат, но в этом году я не нашел, их нет, видимо, экономили на разных таких вот мелочах, ранее приятных, потому что, я уже сказал, я хожу на саммит уже много лет, ну вот,
данном случае, как и в этом году, продолжаю ходить. Честно говоря, в этом году не хотел идти, скажу честно. Это в первый раз у меня такое, потому что, ну, есть этому причины. Вот. И буквально за день, нет, дня за два, написала как раз-таки Елена, вот, которая директор по прессе. И такая: Денис, а вы что, типа, вы не наебицы? Вы не идете? Потому что я обычно отсылаю там заявку, мне ее одобряют и так далее. И первый год, понятно, что когда мы знакомились, я попросил эту заявку сделать, да? Потом стало уже все гораздо проще. А, вот я вижу Алекс Вулфенден, это как раз, который как раз-таки с Open Lab диджей, и который такой был партнером Роберта Майлса. Вот. И в этом году она такая: а что, вы не идете? Все, для вас все, все готово. Приходите, сейчас встретились, обнялись. Классно. Ну, в общем, что называется, жизнь идет. Вот, друзья, ну вот так это выглядит. Обещал показать, показал. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу Ибицы, не знаю, этого сезона, какие-то, может быть, про клубный сезон, там, ну, в общем-то, что угодно, пишите, буду отвечать. Чувак похожий на Майкла Биби, но это не Майкл Биби. Вот, так что пишите. Да, завтра тоже буду делать трансляцию. Вот, и в третий день, то есть идет саммит, идет 3 дня, вот, различные такие персонажи прикольные есть. Вот это ребята, кстати, с острова, тоже их знаю. Вот, всякие кулинарные зоны, это здесь делают эти с булками питом, ну, наполняют, короче говоря. Короче, такое, версия кебабов. Вот мы в джунглях, вот мы вышли из джунглей, вот, так что персонажи всякие прикольные. Короче, народ съезжается со всего мира. А, вот, кстати, в белой футболке это как раз есть Дэнни Витл. Вот он, в сути, ну, такой, наверное, основной из организаторов сайта. Вот он, продюсер этот. Блин, какой позор мне, я забыл, как его зовут. А, в общем, это очень крутой чувак в электронном музыкальном мире. Если вы знаете, что такое проект New Order, то вы знаете, то это его продюсер. Такой скромный, ходит такой вот. Но на самом деле все, одни из всех, наверное, самые культовые продюсеры, они все еще такие скромные и ходят, не выпячиваются и делают вообще-то крутые проекты и крутые команды. Вот такая история. Так. Что-то, мне кажется, солнца мало, но где-то я, по-моему, уже сгорел немножко. Вот, ладно, ребяточки, буду завязывать. Надеюсь, вам было интересно. Мне было интересно. Завтра, ну, наверное, еще раз вот, Морган Фриман приехал. Завтра сделаю, наверное, еще раз трансляцию. Ну, по сути, здесь суть именно в самих ивентах, да. Вот, и... Коллега. Здесь, конечно, суть по большей части самих ивентах, то есть нужно слушать, что говорят люди, да, то есть что вообще, о чем идет, ну, там общение и так далее, вот, поэтому, ну, хотелось показать вам именно, как проходит саммит, как выглядит структура, как выглядит вообще, ну, то есть все изнутри, скажем так, какие зоны, как все организовано, ну, и так далее, и так далее. Пока особо медийных персон, в общем-то, не увидел, ну, кто-то прилетает, кто-то нет, то есть, как я уже сказал, обычно на саммите прям много-много различных там, ну, естественно, артистов, да, вот, причем они свободно совершенно приезжают там, от Карлковца до Лукадаси и так далее, вот, поэтому, ну, пока не сегодня, может быть, рано еще. Вот, друзья, потихонечку буду завершать, вот. Еще раз скажу, что, надеюсь, вам понравилось. Вот, мне понравилось. Вот, постараюсь сделать трансляцию с IMS Дальдила. Постараюсь сделать трансляцию также из других локаций, касаемо IMS. И, собственно говоря, буду езжать от скорости, если вам интересно. Привет. В общем, буду держать экскурсии.
ну, рассказывать что-то, да, потому что, ну, рассказывать правду. Я, честно говоря, люблю больше живое общение, глаза в глаза, но раз не получается по-другому, буду так. Это Дестино. Видно? Вот, поэтому не отключайтесь, подключайтесь завтра. И, собственно говоря, будем смотреть дальше. Но, конечно, самое интересное это будет именно IMS Dallesville. Кстати, на следующий день будет фестиваль у Defected. Вот. И будет большой, ну не фестиваль, а будет такой же большой ивент от лейбла Defected. Вот. И будет еще открытие клубов, Октан будет. Бушвай, не знаю, пойду или нет, посмотрим. Ну, честно говоря, не мое заведение. В общем, будем посмотреть по ситуации. Да. Вот. Ну и все остальное тоже тогда по ситуации. Там я вчера вывешивал большой список, так что все, что будет интересно, ну, посчитаем интересным, пойду. Записи все равно сохраняются в ленте. Так что, если даже не посмотрите онлайн, смотрите онлайн. А лучше, конечно, смотрите онлайн. Сезон, еще раз скажу, клубный сезон на Ибице будет. И то, что он будет, он по сути уже одной ногой начался, вторая занесена, потому что обычный сезон прям начинается после проведения именно IMS Dallesville, вот этого ивента. И после этого, можно сказать, что сезон на Ибице начался. Все, давайте. На камеру больше не буду говорить, надеюсь, я влез, там нигде там, ну, не половина меня. Вот, ну, надеюсь, все довольны. Все, связь. И борода норм, спасибо. Сейчас встретил знакомую, не знаю, слышали или нет, она такая, да, я тебя вообще не узнала. Я еще коротко подстригся, у меня всегда были такие, ну, не длинные волосы, такие, в общем-то, такие, в общем, волосы во все стороны, как у Полунина примерно. Вот, и, ну, пришлось, не то, что, нет, нет, конечно, не пришлось, просто решил поменять имидж, ну, и так вот. Прикольно. Это, знаете, как все актеры театральные, они стригутся вообще-то на лосо. Все, кто имеет отношение к театру, потому что так удобнее, так практичнее. Ладно. Все, завершаю. Это записано интервью. Ой, не интервью, а именно представляет. И, в общем-то, каждый делает свою работу. Все, друзья, желаю вам хорошего настроения, пишите комментарии под этим видео, там что-то еще показать, какие-то желания, ну, потому что вот не люблю эти расхожие фразы, пишите комментарии, ставьте лайки, нет, этого ничего не надо делать, делайте так, как захотите, не хотите, ставьте, не хотите, не ставьте, это вообще не принципиально, главное, чтобы у вас просто был интерес ко всему тому, что делается. Если такого интереса нет, ну ладно, значит, будет что-то другое изобретать, смотреть. Главное, чтобы это, в общем, там нравилось. Все. Фух, связь. Хорошего дня и до встречи. Да, кстати, Telegram у нас работает, канал, группа, пожалуйста, заходите. А если что, тогда до встречи, ну, уже, получается, завтра. Вот, сейчас пойду посмотрю программу. Кстати, может быть, да, я же сказал, может быть, сейчас сегодня еще посмотрю программу IMS, может, что-то будет интересное, и отдельно схожу, сниму какой-то, может быть, вот такой интересный кадр тоже. Поэтому не теряйтесь. Все, пока-пока и привет из острова.